Открытое заседание Комитета по семейному предпринимательству Щелковской торгово-промышленной палаты состоялось на ферме семьи Юрочка. С приветственной речью выступила президент палаты Мария Тарасова. Об опыте участия в проекте «Семейные компании России» и деятельности комитета рассказала его руководитель Валентина Ким. Компания ее семьи производит уникальные шоколадные фигурки, открытки и наборы с 2009 года, а в проекте «Семейные компании России» участвуют с 2019. В чем суть этого проекта? В том, чтобы бизнес семейный расцветал и его дальше было кому передать, то есть детям. Грамотно суметь распределить роли в семье, да, и в бизнесе, когда несколько членов семьи участвуют в этом. Но помимо вот каких-то знаний, которые дает этот проект, он также очень большую дает поддержку не в моральном, а вот в финансовом плане. То есть это большая поддержка торгово-промышленной палаты именно семейным компаниям. Также обсудили специальный проект торгово-промышленной палаты «Надежды бизнеса России». Он направлен на мотивирование к участию в семейном бизнесе и формирование предпринимательских навыков у юных членов семей. Дети действительно стали как-то больше вовлекаться. Если мы просто давали разовые поручения раньше ребенку, там, сделай то, то иногда мы уже ему говорим, что у нас же бизнес семейный, этот бизнес останется тебе, значит, смотри, слушай. К участию в проекте «Семейные компании России» приглашаются малые, средние и крупные семейные компании, в которых работают преимущественно два и более поколений семьи. Для участия необходимо пройти процедуру отбора. Подробности можно узнать, перейдя по QR-коду. Евгения Корытько, Владислав Реус, Щелковское телевидение.